кастрюлю. Разрешите? Знакомьтесь, Всеволод Владимиров, Владимир Будников. Исаев. После триумфа блистательной ликвидации от режиссера Сергея Урсуляка ждали как минимум вторую часть похождений Гоцмана. Но Урсуляк ставил себе задачу снять нечто совсем иное – с белого листа. Сначала в планах был фильм про легендарного летчика Валерия Чкалова. Но не нашлось необходимых средств. Тогда Урсуляк решил воплотить свою юношескую мечту и экранизировать несколько произведений Юлиана Семенова. Он еще не знал, сколь неоднозначной будет общественная реакция на его новый фильм. В тихом приюте дальней страны. Прошу прощения, господа. Максим. Что случилось, Максим Максимович? В Москве восстановили монархию? Или папа римский принял мусульманство? Испортили песню, Максим. Простите, господа. Я увидел этот заголовок. Кирилл Николаевич, от имени редакции приношу извинения за тон. Что за заголовок? Этот заголовок. Сергей Урсуляк – большой любитель детектива. Он и по Агате Кристи кино снимал, и в атмосферу послевоенной бандитской Одессы погружался. Настал черед советской детективной классики. Урсуляк решил экранизировать несколько эпизодов из жизни разведчика Всеволода Владимирова, он же Максим Исаев, он же штандарт-инфюрер СС Штирлиц. Сергей Урсуляк еще только начал работу над фильмом, а на него уже посыпался град обвинений. Основным аргументом было – классика неприкосновенна. Как Урсуляк посмел замахнуться на «Наше все», на 17 мгновений весны? Его обвиняли в желании нажиться на славе оригинального фильма Татьяны Леозновой. Мне кажется, это просто неправомерно, потому что, во-первых, насколько я знаю, у Сергея Владимировича никогда не было задачи сделать продолжение или начало леонозовского фильма. Это совершенно другая история. Ну, я не знаю, ведь никто не сравнивает Анну Каренину американскую, да, и Анну Каренину с Самойловой, потому что это не имеет смысла. Ну, как-то этого недостаточно, мне кажется. То есть сравнивать два фильма только потому, что это один и тот же материал. 17 дней прикосновение к святому – это просто как будто я плюнул в икону. Хотя на самом деле, ну, я пытался, так сказать, как бы, ну, что называется, пристроиться сбоку, сделать это... Вот чтобы можно было, допустим, показать подряд. Вот молодой Штирлиц, а вот 17 дней весны. Чтобы какая-то... И чтобы не было смотреть противно, там, допустим, то, что я делаю. Да? И чтобы каким-то образом это смыкалось вот с тем, что... Да? Просто... Оглядываться на фильм Татьяны Леозновой и пытаться к нему присоседиться, ну, в мыслях не было. Просто интересно было, не мне, Сергею, интересно было поговорить про это время, про вот этот выбор между красными и белыми, ну и так далее. Сериал в цифрах. Исаев, режиссер Сергей Урсуляк. 16 серий по 50 минут. Жанр – историко-приключенческий детектив. По произведениям Юлиана Семенова. Число действующих лиц – 200. Производство длилось около 2,5 лет. Премьера состоялась в октябре 2009 года. Съемки Исаева начались, когда еще был жив Вячеслав Тихонов. И Урсуляк хотел пригласить актера на роль отца Исаева Штирлица. Но не сложилось. Ну, во-первых, я Вячеслава Васильевича всегда побаивался, скажу честно. Мы с ним работали и год провели вместе. И у нас замечательные отношения были. Но я его побаивался, так сказать. То есть виду не подавал, но побаивался, когда мы с ним работали. А потом, когда мы с ним встречались после фильма, я тоже, так сказать, как бы... Очень аккуратненько, так сказать, его. Вот. А тут еще и тема такая. Во-первых, очень много началось пены до того, как это все началось. Больше того, я встретил Броневого как-то,
И он мне говорит: зачем вы делаете название весны? Я говорю: Леонид Сергеевич, Бог с вами, я ни сном, ни духом, какие название весны? Я даже не предполагал этого делать. Мне сказали. И я подумал, что Вячеслав Васильевич объясняет, что это не то, а вот это. И вот это значит вот это. И я вас зову не для того, что, а потому что. Вот. Короче, вот целый комплекс моих испугов, так сказать, и так далее и тому подобное, привел к тому, что я не позвонил Вячеславу Васильевичу. И, может быть, и правильно сделал, потому что я думаю, что... Я просто, когда работал с ним, я несколько раз с ним заговаривал о Штирлице и так далее, и я видел, что это не вызывает у него... Он как-то замыкался, не хотел говорить. Какое место атаман Семенов займет в новом русском правительстве? Подобающе. Господин атаман, на какой ноте вы расстаетесь? На громкой! Во время съемок Исаева больше всех досталось исполнителю главной роли. Даниила Страхова разрывали на части журналисты. Когда его в тысячный раз попросили рассказать любимый анекдот про Штирлица, он зарекся молчать до конца съемок и слово сдержал. От комментариев воздерживался до премьеры. Ну, разумеется, это груз, это ответственность, безусловно. Но при всем при том, я это очень хорошо понимаю. Но при всем при том, если все время находиться под, вот, так сказать, осознанием тяжести этого бремени, да, и того, что вся страна смотрит, и вся страна смотрит с прищуром, и понятно, что изначально, так сказать, фора не в мою пользу, это ясно. Но думать об этом постоянно неправильно и глупо, потому что если об этом думать, то вообще ничего не делать тогда нельзя. И уж тем более такую серьезную работу. Вы бы еще табличку повесили. Здесь едет особо-секретный агент ВЧК Исаев. Собственно говоря, это не Штирлиц, и все разговоры про Штирлиц в данном отношении излишни. Это Исаев. Это тот человек, которому на 20 лет меньше, чем Штирлицу, которого все знают по 17 мгновениям весны. Это, по сути, два разных человека, потому что, как часто бывает, когда... Ты встречаешь человека спустя 20 лет, ты его не узнаешь. Во-первых, играют разные артисты, поэтому волей-неволей, да. Вам не узнать Тихонова, в общем-то, ну, не стоит, так сказать, до такой степени вдаваться в некую патологию. Их будет становиться все больше, что сейчас. И тем не менее Урсуляк признавался, что искал в Данииле Страхове схожести с Вячеславом Тихоновым. Актера дольше всех гримировали на площадке. Лицо его менялось, приобретало неуловимое сходство с советским Штирлицем. Страхов очень убедительно копировал манеры Тихонова. Прикурив сигарету, он даже спичку гасил тем самым тихоновским жестом. А еще молодой Исаев демонстрировал привычки складывать фигуры из спичек и подолгу молчать. Все это работало на приеме. Преемственность образов Страхова-Исаева и Тихонова-Штирлица. Даня Страхов очень похож на Вячеслава Васильевича в молодости. Это да. Я, признаюсь честно, до этого относился к Дане несколько прохладно. Я считал, что он не очень хороший артист. Ну, так получилось, что я все время видел в каких-то ролях, которые, в общем, не позволяли мне подумать о нем хорошо. И я помню, что уже начиная где-то с серии с четвертой, я с нетерпением ждал, когда Сережа смонтирует следующую серию, чтобы посмотреть именно на Даниила. Он настолько для меня был интересен. Мне очень нравится, что он молчит, а мне интересно за ним наблюдать. Конечно же, хотел, хотя никогда ни Даньке об этом не говорил, ни, так сказать, может, даже самому себе не очень, чтобы какие-то родовые, так сказать, какие-то, что называется, моменты тихоновские в нем присутствовали. И, конечно, ведь у меня кроме Дани даже не было попыток кого-то еще позвать. При том, что я Страхова не знал как актера, хорошо не знал. Я видел какие-то кошмары, в которых он там принимал участие. Вот. Но обратил внимание на какое-то типажное напоминание, так сказать, вот этой тихоновской линии. Подумал, надо позвать поговорить с ним. Поговорил, обнаружил, что он умный, хороший, глубокий, неиспорченный.
мучающийся человек. Нужно входить с улыбкой. Человек, устраивающийся на работу, который хочет понравиться. Вот эти все эти твои прищуры, они, понимаешь, нужны только твоим поклонникам, новому времени. Система наших с ним отношений на площадке сложилась таким образом, что я такой, как сказать, добровольный мальчик для битья. То есть я сам напросился на эту роль, потому что ну над кем еще подшучивать, если не над Исаевым? Разумеется, это должен быть первый персонаж, который, так сказать, заслуживает всяческой насмешки. Мы же на одном языке разговариваем, и тьфу-тьфу-тьфу, мне, по крайней мере, кажется, неплохо друг друга понимаем. Это, конечно, моя иллюзия. Вот. Поэтому он мне говорит: Даня, вот тут ты налажал, особенно поначалу это было сплошь и рядом. Сейчас-то, конечно, еле-еле выбираюсь из первой десятки дублей. Вот. А раньше вообще был кошмар. Ну ладно, это я так. Не было другой. Туда. Давайте. Если немецкий. Значит, давайте сейчас по шагам, да? Да. Вы встречаетесь где-то вот здесь с Николаем Михайловичем. Актер по первому образованию Сергей Урсуляк с особым трепетом относится к своим артистам. Многие кочуют с ним из фильма в фильм. Из ликвидации за режиссером последовала не только его жена, актриса Лика Нефонтова, но и Ксения Рапопорт, Сергей Маковецкий, Константин Лавроненко и другие актеры. Любопытно, что Полина Огуреева и Михаил Пореченков вновь оказались в паре. Им предстояла нелегкая задача – сыграть что-то отличное от образов из ликвидации. Сережа пришел и говорит: «Ты знаешь, я хочу взять актеров из ликвидации». Но только ни в коем случае не в тех амплуа, которых они были там. Скажем, роль придумывалась специально для этого актера. Вот именно я смотрел, что он сделал в ликвидации, и пытался, чтобы ничего похожего не было. Ну, понимаете, опять же, это дает какой-то интерес к работе, скажем так. Во-первых, у меня был один и тот же партнер, если вы заметили, и в одном и другом фильме, что меня очень беспокоило, конечно. Ну, мне казалось, что это очень неправильно. И, ну, я не понимаю, почему так Сергей Владимирович сделал. Такой жестокий эксперимент над нами поставил. Ну, может быть, он хотел, чтобы мы были разными. Но мне кажется, что это получилось, потому что мы какие-то разные. То есть в ликвидации это одна пара, одни люди, а в Исаеве ну, совершенно другие. Да? Я очень благодарен Сереже, что он мне там дал несколько сцен так, внешнего покоя. И когда человек может помолчать, посмотреть, вот это вот такое дорогое. И я понял, что я могу молчать. Несколько таких счастливых своих личных актерских каких-то моментов пережил на съемочной площадке, потому что... И Сергей замечательный, и задачи ставят, так сказать, определенные такие неожиданные вдруг, и это было очень здорово. Я знаю, что я с актерами умею работать. Нет, я не хвастаюсь, это как сказать, я вот не умею вот там что-то, а вот это я умею. Скорее всего, ты слишком резко бросаешь педаль сцепления. Это у всех начинающих так. Вот смотри, надо плавно. Детализация не только в игре актеров, но во всем, что работало на атмосферу картины, была для Сергея Урсуляка первостепенной. Если Вячеслав Тихонов за 12 серий 17 мгновений сменил 100 рубашек и 11 костюмов, то Даниил Страхов за 16 серий Исаева почти столько же. Белогвардейскую форму шили по эскизам того времени, доставали в запасниках разных студий, заимствовали у группы фильма «Адмирал». Столь же скрупулезно относились и к подбору реквизита. Сережа работает с такой командой, которая, в принципе, готова, и если что-то это, тут же это меняется, предлагается, есть момент предложения. Там вот, ну, я говорю, это опять-таки, вот, когда вот собрана команда людей, там нет такого, нету. Там такого нет. Там есть, хотелось бы, сейчас. Художники по костюмам, они очень смеялись, что Сергей Владимирович забраковал чулки, потому что чулки, которые были на актрисе, потому что на них была
неправильная полосочка, там, не помню, слишком тонкая или слишком толстая, но она была не во времени. То есть, представляете, он обращает внимание на... Хотя, в общем-то, может быть, это и логично, что Сергей Владимирович обращает внимание на женские чулки. Я сейчас подумала, может быть, это как раз нормально, но мне кажется, это очень здорово. Несправедливо, что человека, столь тщательно работающего с деталями, за эти же детали и ругали по выходу картины. То пуговицы не того цвета, то автомобили не того года. Но Урсуляк парировал. И среди грамотных консультантов согласия нет. Они спорят между собой, они по-разному трактуют. Даже, так сказать, там 43-й год, смена формы. Он мог быть в новой форме? Мог. Нет, не мог. Ну как же не мог? Ну да нет, мог. Он был на каком фронте? Он на этом фронте. Да не. И начинается, они между собой найти не могут общего языка. Что говорить, так сказать, о нас убогих? Это так же нелепо, как, там, не знаю, опять же, не сравнивая, боже сохрани, Александра Дюма, так сказать, тягать за неточности там, в «Трех мушкетерах» или там, ну, какой Ришелье? Как вы могли показать Ришелье таким? Это, как мне говорят, Жуков такой, не такой. Какая разница, какой был Жуков? Мне нужен Жуков вот такой. Как ему нужен был Ришелье вот такой, Мазарини вот такой, Людовик XIII такой, а XIV вот такой. Ну, это другая история, не про это. Сегодня в нашем рейтинге лучшие шпионы и резиденты советского кино. 17 мгновений нами не рассматривался. Штирлиц вне конкуренции. На пятом месте история советского разведчика Александра Белова, он же Иоганн Вайс. В тылу врага в годы Второй мировой. Четырехсерийный фильм «Щит и меч» режиссер Владимир Басов снял за 5 лет до выхода на экраны 17 мгновений весны. Тогда Лиознову обвиняли в плагиате, мол, ее Штирлиц – вылитый Вайс, так что все относительно. В 1984-м на телеэкраны страны вернулся Штирлиц, вернее, Вячеслав Тихонов в образе советского шпиона и снова в экранизации Юлиана Семенова. В ленте ТАСС уполномочен заявить, его генерал КГБ Константин Константинов вел хитрую игру уже не против фашистов, а против коварных и хитроумных агентов ЦРУ. Действие разворачивалось в вымышленной африканской стране Тразиланд в период Холодной войны, что агенты двух держав делили, сформулировать трудно, но страна смотрела, не отрываясь. На третьем месте в нашем рейтинге хит 1968 года «Мертвый сезон». Фильм рассказывает о наших разведчиках, разоблачивших некий западный институт, где разрабатывалось сильное психотропное оружие. Фильм «Мертвый сезон» чуть было не лег на полку. Наверху считали, что таких разведчиков, как Банионис и Быков, не бывает. Картину спас настоящий шпион, прототип главного героя Конан Молодый, который убедил чиновников, что именно так все и происходило. Этот герой стал любимцем и мужчин, и женщин нашей страны на несколько десятилетий. Первый фильм о резиденте Тульеве, перевербованном нашей контрразведкой шпионе с Запада, был выпущен на экраны в 1968 году. Последний, конец операции «Резидент», уже после перестройки, в 1986-м. Эта тетралогия сделала знаменитым Георгия Женова. Роль резидента Тульева до сих пор остается его визитной карточкой. И, наконец, на первом месте произведение, из которого, собственно, черпали идеи все последователи жанра «шпионский детектив» в нашей стране. Фильм Бориса Барнетта «Подвиг разведчика» до сих пор неподдельное восхищение у зрителей вызывает отважный резидент Федотов, который не только сумел добыть переписку некого генерала с гитлеровской ставкой, но и взять в плен самого генерала. В 1947-м этот фильм стал лидером кинопроката. Его посмотрело почти 23 миллиона зрителей. Победитель нашего сегодняшнего рейтинга лучших советских шпионов – герой Павла Кадочникова из фильма «Подвиг разведчика». 1-3, кадр 3, дубль 2. На протяжении 9 месяцев Сергей Урсуляк кричал «Мотор!». Эту команду на съемках Исаева слышали почти во всех уголках бывшего Советского Союза.
Если роль западного Берлина в «17 мгновениях весны» играл Берлин Восточный, то в Исаеве Алупка стала Шанхаем, Таллин – Нарвой, Севастополь гримировали под Владивосток, а московские улицы 20-х годов снимали в Ярославле и Костроме. Самыми сложными были сцены массовые. Например, съемку тяжелейшей сцены исхода иммигрантов повторяли несколько раз. Управлять толпой, погружающейся на теплоход, было крайне тяжело. То же было со сцены, где Постышев один останавливает целую армию. Сметут, товарищ Постышев! А я попробую. А сметут, начинай стрелять. Это для меня было безумно, когда я вдруг просто нормально по-человечески испугался, потому что люди, несущиеся по склону, по льду, я понял, что они меня сметут. Но в то же время ты понимаешь, что там уже камера, там все это снимается, и этих человек 600, и их потом туда опять выдружать, так сказать, это тоже час времени. И вот это вот мужество актерско-человеческое, я думаю, больше человеческое, вот этот страх преодоления страха, и, так сказать, это я вот на всю жизнь запомню. В далеком 1973-м газета «Франкфурт Альгемайн» написала: «Когда Штирлиц идет по улицам Берлина, улицы Москвы пусты». Во время премьеры фильма «Лиозновой» подстанции фиксировали небывалые рекорды энергопотребления. К сожалению, ничего подобного не произошло с фильмом «Исаев». О том, что фильму Урсуляка предстоит горячая встреча, было понятно и из рекламной кампании. Трейлеры настраивали зрителя. Новый сериал – не просто экранизация романов Юлиана Семенова. Музыка Микаэла Теревердиева, черно-белые кадры и слоган «Приквел к 17 мгновениям весны» с актерами из «Ликвидации» – все это сыграло злую шутку с создателями Исаева. Уже на второй день показа взорвались общественность и Рунет, а на третий рейтинги упали вдвое. При том, что о качестве никто не говорил, оно было неоспоримо. В подтверждении этого чуть позже создателям был вручен «Золотой орел» в категории «Лучший телевизионный фильм». Сериалом сейчас называется «Все». Вот открываешь, там все названо: «Весны» сериал, «Рабыни Изауры» сериал, «Место речи изменить нельзя» сериал, «Бондиана» это тоже у нас теперь, да, в статьях называют, что это сериал самый дорогой в мире, но все равно сериал какой-то бред собачий. Вот. А, конечно же, наша история – это многосерийный телевизионный художественный фильм. Так его нужно называть, так к нему нужно относиться, так его нужно смотреть. И он возвращает, с моей точки зрения, нашего русского, российского, как хотите, телезрителя, от развлекательного ящика к умному, тонкому кино в телеформате. Исаев в этом смысле, при том, что я хорошо отношусь к этой картине и считаю ее лучше, чем «Ликвидация», но там большое количество моих просчетов представлениях о том, как будет восприниматься то или иное широкой зрительской аудитории. Я не ожидал, конечно же, такого, так сказать, не таких взаимоотношений с 17 мгновениями у людей. Мне казалось, что, так сказать, что это будет спокойнее в этом смысле. И, по крайней мере, меня не будут подозревать в том, что я хочу сделать 17 мгновением хуже, чем, да, что я не люблю 17 мгновений, я хочу, или наоборот, хочу примазаться. Вот это вот я не должен, я буду читать на этом поле. И меня особенно, конечно, веселит, когда говорят: ну вот, ребята решили присоседиться к известному фильму «17 мгновений весны», там, так далее, да? Я думаю, а вы что, не замечаете, что на самом деле Исаев, который у нас, тот Исаев, который в конце нашего фильма, он бы не был тем Исаевым, который есть в 17 мгновениях весны. Меня же потом просили написать следующие романы Семенова, я отказался. Но единственное, что сказал, что, ребята, вы знаете, если я буду продолжать этого Исаева дальше, то у меня получится, что он будет ярым антисоветчиком. Штирлиц, да, никогда не был так близок к правам.
Урсуляку и Пояркову предлагали продолжать экранизировать похождения советского Джеймса Бонда, но слишком болезненным оказался для них первый опыт. Как писал когда-то Роберт Рождественский, мгновения раздают кому позор, кому бесславие, а кому бессмертие. Время покажет, что и кому раздадут в этой киноистории мгновения. Я уже в той ситуации, когда мне крайне приятен, дико необходим там успех ликвидации, но сказать, что я изменился в связи с этим, я не могу. Моя жизнь поменялась. А хорошо, что я стал делать Исаева. И хорошо, что Исаев не был так успешен зрительски, как ликвидация. Потому что я думаю, что я просто мог бы испугаться вообще работы, да, потому что как такие рейтинги, такие, и вдруг этого всего больше не будет. Ну, не будет и не будет.